Так, 10:37. Всем привет. 16 июня 2017 года. Сегодня второй день, как мы приступили к проведению замеров физических факторов. Трех жилых домов. Сегодня мы будем производить гамма-съемку на местности фонового прибора СРП-6801, поисковый прибор. Так, со взятием фиксированных замеров определяем мощность дозы дозиметра класса ДКС. Также в ходе сегодняшнего мониторинга взяты проба воздуха в 6 закрытых помещениях в здании по 2 квартиры на каждом этаже. Закрытые стояли около 12 часов в закрытом полутоке. Помещение технического отбоя. Все отдушины должны были быть заглушены. Дополнительно мы возьмем отборы проб. Очень мало. Забор пробы окончен, 12:48. Время окончания забора. Записываем. Отмечаем точку на плане, где взята контрольная проба. Так, ну вот мы видим, что движение есть. 5 видно. Все, 151. Вот 0.31 видно. Видно, 0.31. Ну. Для получения полной картины мы проводим полное обследование. Выборки грунта, вагончика, строительного материала и всего-всего-всего привезенного сюда, в наш Николаевск-на-Амуре. Мы не спим.